В общем, у нас утренняя тренировка легкая была в отдельном зале, в фристайл ММА. Сейчас мы будем тренироваться с Мухаммедом здесь. Эй, what's up, champ? Francis. Nice to see you, my brother. How are you, man? Training is going good? Huh? Yeah, I'm just like, whoa, doing... Tajikistan, they're big fans. Yeah. We are your big fans, man. People are following you a lot from Tajikistan. Tajikistan and Patriot Russia. Yeah, I know. I have it. I'm gonna go there. I was telling this guy in the PI today. Ребята, Francis Ngannou. Go there to train. Yeah, for sure. If like anything, like when I'm in Paris, a lot of time I see people. Yeah. They know me. They always Dagestan. Yeah. Do you train usually here, Francis? Do you train usually here? Yeah. Yeah. Good luck, brother. Он обычно здесь, оказывается, тренируется, Francis Ngannou. Ребята, мы сейчас находимся в одном из таких самых престижных залов Лас-Вегаса, Extreme Couture. Основатель этого зала является сам Рэнди Катюр, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, пятикратный чемпион. В общем, в этом же зале в свое время тренировался и иногда тренируется Муинга Фуру. Али Вераш тоже тут тренируется. Все топовые бойцы PFL, Bellator, UFC, они все здесь тренируются, ребята. Big guy. Рэнди Кутюр сюда приходит не так уж часто, ребята, но он тут бывает. Здесь сегодня с нами будет президент лиги PFL,